Быть наркоманом не модно. С таким призывом к тюменским школьникам обратились полицейские. Для старшеклассников сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проводят занятия. На них подробно рассказывают не только о вреде запрещенных веществ, но и об ответственности за их хранение и распространение. По статистике, большинство школьников в той или иной мере знакомы с этой проблемой. Как правило, это вызывает большой интерес, способствует огромному количеству вопросов, на которые я стараюсь ответить. На сегодня широко распространены синтетические наркотические средства, то есть, которые непосредственно влияют на психику. Так как они дешевле растительных, вся молодежь подпадает под данную категорию потребителей.